Не шевелись. Дай посмотреть. Не шевелись, Эми. Дай уже увидеть. Ладно. Готова? Угу. Мне нравится. Это так мило, ведь этот рисунок ужасен. Боже, что мой. Где ты был, Джоэл? Эми, я люблю тебя. Я тебя найду. День пришествия монстров был днем, когда я потерял все. Лишь малая часть людей выжила и скрылась под землей. Я искал Эми, казалось, уже целую вечность. И, наконец, я нашел ее. Джоэл! Эй, Джоэл! Эми, это ты? О, боже мой! Эй! Как далеко колония, Эми? В 100 километрах отсюда. Это билет в один конец. Все будет пытаться убить тебя. Не дерись, убегай и прячься. А, ну ладно. Ты один? Как и я. Тебе и говорить об этом не надо. Хочешь со мной? Берегитесь! Это самурайский меч? Да, так и есть. Здесь нужно слушать инстинкты, чувак. А что, если у меня ужасные инстинкты? То ты труп. Супер, приободрил так приободрил. Ты проделал такой путь ради девушки? Ты слыхал про термин «сибирский валенок»? Нет! Эми, я так по тебе скучал. Мы уже потеряли стену. Мы все еще можем отвоевать мир. Ты выживаешь намного лучше, чем я думал. Это было зашибено. Чувствую себя Томом Крузом. Любовь и монстры. Озвучено для канала в рейтинге.